сегодня молитв в народе о Боже, и как много сегодня освободено сыновей и дочерей, ибо каждый пошел тропою своей, избирая, что и кому служить. Но ныне Дух Святый обозревает сегодня каждое сердце, приводя в примену час закламен Алфа на память, что ли истин. Я не раз говорил и возвещал примену, дабы народ не готовится, но где в примену час закламен Алфа на себе? Но где готовность и виду чалзим, где молитвы, и имен Сулфада Скемена, ибо файны, говорит Дух Святый, я вижу рот заняться к имену каждого хламана лауден, а колени ослабели к имену штамен алфан, и не стало молитв и виду чалза кламан, и не склоняются среди дня и ночи, а когда к имену чалза кламан пришли рассуждения, пришли к роману Сулфада Скемен алфан, и виду чалза кламан веды, то тогда стали смотреть именно шамин алфан и тревожить небо. А ныне власти, что Божий кривит учал за кламена, народный, отчего всматриваешь плодовы свои, отчего примену сурпал за стемен алфа, имея алфу штамен приготовления, ревиду сурпада на долгое время алфу штемен собирая, как бы примену чал за имея запас времену для плоти, а Бог говорит, что одно и другое кривит учал за посечу, и тогда примену, на что будешь делать опору, примену зарпадать, и что станет во главе. А Бог говорит, многие возводят руками, смотрят ли виду Чалзен друг на друга, Ремене Клаузен, а Роману Чалзен, а народной указывает небо, аминь. Ибо сие в Роману знамение, примену Чалзен Клаузен, это не человеку в Роману Зарпадать, но это послано мною, примену Чалзен Клаузен, дабы не был примену Алфы с теми на каждый примену разрушен, и каждый примену Сулфада не спешил к дому своему, а спешил примену Штамен, дабы восстановлен был жертвенник, дабы пересмотрели примену Сулфада семейные молитвы, дабы пришли к примирению к примену Шал, дабы исповедали тайное примену Сулфада с теми на, дабы с теми на некоторых приготовить что-то зла к примену Шалда с теми на, дабы развязали узлы, которые в Роману крепко завязаны в Романе Шайден, ибо Станин и Клауден стоят сами в Роману Клауд, оплакивали состояние в Ремену Чалзе Клауд и говорят, сомнивость пришла в Ремену Сулфада и не знаем, что делать, а Бог говорит в Ремену Сулфада с темена, а власти смотрят в Ремену Сулфада с темена сегодня, в Ремену Чалзе, как будет действовать в Ремену Алфа с темена, той или другой примену Чалзе Клауд Алфа народ, а Бог говорит, ремену Чалзен, я поведу под знаменами своими, аминь. Ремену я подам кремену силу, кремену детский народ, смириться во прочесть, ремену Чалзен небо, то небо кремену Чалзен подаст, ремену Чалзен помощь, аминь. Раузен Сенфазен с темену сила неба, и так стоящий на тем месте не стой, кремену славен праздности. Ремену Чалзен рассуждай о том, кремену штан, то милость еще опустила снизу над тобою, аминь, храма на нас. И именно иначе месте ты не случайно, ибо я привел тебя. Именно и подарил эту день тебе, кремену Чалзе Клана, аллилуйя. Дабы ты мог мне еще возрадоваться и услышать глаз мой, аминь, аллилуйя. Роман туда видят стены Клаузен, Алфа, Ремену Чалзе. Ибо многие сегодня в кремену Сулфазе с темен, аллилуйя. Вошли в кремену Сулфазе с темен, а так глубоко. Ремену Сулфазе с темен, Алфан. И так Ремену Чалзен Кламан положили запреты. А Бог говорит Ремену Сенту Ремене Клаузен, сыновья мои дочери. Ибо волос вашей головы не упаде, аминь, аллилуйя. Ибо Ремену ныне Господь приведу Чалзен с народом всем. И на кого приведу Сулфазе с темен Клаузен, а Ремене Чалзен. Я попущу, приведу и попустил. Просто для того, дабы в Ремену Сулфазе с темен. Вы стали приведу Чалзен, рассуждая, что есть еще Роману милость и день прошления, аминь. Так за недух святый возвещает Роману Сулфазе. Не смотрите к Ремену Алфа с темен на Алфара. На пустующие приведу Сулфазе места. Ибо ныне ангел сошел сюда, приведу Сулфазе с темен. Аллилуйя, дабы Роману Сулфада оберегать вас, малые сладу, аминь. Ремену не страшите, сказать Дух Святый, ибо я не открыто живой воды, аминь, Рамадана уже в церковь.
И я прикоснулся к тестам вашим, аминь, права на нас. Я прикоснулся к ночи вашей, на вину нам, на сцене на нас. Да не вспоминая веру вашу, аминь, права на нас. Да не вспоминая запаски ею, аминь, права на нас, на сцене. И пойдут времена еще тяжелые, права на нас, на сцене. И я потом их не останусь, проведу шансы к нас. Некоторые дома молитвы будут закрыты накрепко, когда начал, а некоторые будут открыты по благодатству, я буду здесь, ибо Дух Святой будет выходить и волновать и ведучал, ибо скоро на нас, на некоторые прямо на нас, будут сладим скоро спешить, и буду на места, там, где приведут инфаузы, с чем они собираются, и там, где прямо ну действует благодать моя, а некоторые будут слышать и говорить, и буду перескажи, что сказать, это Господь, именно сын Павла во мне, а я вместо меня говорю, чтобы на вас поспешил и справить хождение свое, именно сын Павла на глаз. Не бойся, скажи Дух Святый, не торти, именно сын Павла с тенена, не торти, именно не страшат, именно сын Павла вверх, и поверьте, я буду вместе под знаменами своими, так мне Господь говорит, именно четыре клав, и верьте, каждый буду верить, твердое упование, и тогда Господин Фазен много приведу шансы к нам. Увидите руки разве в этом мире? Не милость, скажи моя, не тратится по этой дочери. Разве в этом мире не бывает свет? На вину поданы, скажи к нам. Приведу не порядку, не на веке, а ваша мина вину я. Роману стилен и кровненщина Бога. О, скованы к нам. Сколько же толком рассуждений продану сын Фаз. Сколько на вину нам стану на воду, приведу шансы правдого, и брат мой шел в правовой слабели руки, ослабели молитвы, не веду сын Фаудов, и вошла пустота во многие дома, и вину с теми не краудом стала, не я все войдет, а вину я в самолет нос, а Бог говорит, сегодня пометка для каждого ми, сегодня идет пометка по лицу земли, приведу шансы правдами, сегодня идет перевозка, верю на велику, я ремонту сын Фаудов начал, и ребенку с Павлом с Кеннера дверьте мои, статью припоясайтесь на виду час, и ребенку с Кибири Клаузен, ибо время еще с Роману Дану с Кибири Клаузен ставят, а вину я, ооо, Римену Чаузен с Кибири Клаузен, дабы Романы Штаузен собрать, Римену сын Павлом с Кеннера, а Роману Славен говорит, и виду Чаузен, и служить сердце, то, что сегодня подає Господь, амінь, з карама не клад. Не розточай, говорить Дух Святий, імену клад. Напритів добре состояння, славі Дуськіни не клад. О, где плод ваш, аминушний мені клад? Где плод ваш, Роман Сулфаза, з кеми навіну я? Роману Штейзен, тайна неба, как враг велико. Рівену Сулфаза, з кеми не клад, приуспів во мной. А Бог говорит, не беду чалзан, но не учих не молитвы, не беду скамене клав, не учих не беду чалзан, некоторые стали постаки молитв, не беду чалзан, застанный рост, и некоторые подано зашито, аминь. Так Дух Святый говорит, не беду чалзан, скамен, аллилуйя. Некоторые смотрят, как на велико зрелище, скамену сын, и говорят, что будет на сын народа, не беду сын фаз, а Бог говорит, я буду хранить, аминь. Буду смотреть и видеть, если веду шел закладом, аллилуйя, насколько Господь веду сын Фаузен укрепляет, а некоторые отойдут, если веду шел и станут на другую сторону, если веду сын Фаузен, а Бог говорит, если веду сын Фаузен, с кем на дети мои, укрепите с верой, если веду шел закладом, и милость моя, если подастся, если веду шел закладом, и действие Духа Святого пробьется, аминь, аминь, аминь.